Украинские силовики за период с начала июля 740 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня заявил заместитель командующего корпусом Министерства обороны ДНР Эдуард Басурин на брифинге в пресс-центре Донецкого агентства новостей. В июле режим прекращения огня нарушался 740 раз, отметил он. По территории Донбасса было выпущено 792 артиллерийских снаряда калибром 152 и 122 мм, 407 танковых снарядов, 2762 мины калибра 120 и 82 мм. Погибло 5 мирных жителей, 12 человек получили увечья. Представитель Минобороны напомнил, что очередные факты нарушения были зафиксированы накануне 18 июля. Когда обстрелом с позиции ВСУ подвергся Донецк, в том числе центральная часть города. В результате один мирный житель погиб, трое ранены. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских войск, по инициативе и в соответствии с распоряжением главы нашей республики, вооруженные силы ДНР со вчерашнего дня осуществляют отвод от линии соприкосновения танков и другой бронетехники, оснащенной орудиями калибром до 100 мм, подчеркнул Басурин. Накануне Донецкая и Луганская народные республики заявили о начале отвода от линии соприкосновения танков и бронемашин, оснащенных орудиями калибром до 100 мм, на расстоянии не менее 3 километров. Техника ДНР пока останется только на позициях к северу от Донецка и Дебальцево, на наиболее напряженных участках линии соприкосновения. Отвод соответствующей техники долгое время обсуждался в Минске, однако выработать соглашение с Киевом не удалось, и Донецкая и Луганская народные республики решили действовать в одностороннем порядке в интересах скорейшего установления мира.